Пожалуйста, я подслушаю. Включи зарядку. Привет, аристократ. Включи зарядку. Еще какие-то штуки там. Подкати к девочкам. Нет, я боюсь. Они просто пришли на выступ. Чего я к ним подкатывать буду? Они сейчас тут пофоткаются. Потом уйдут. И я пойду после них. Нет, я... Нет. Ладно, они там пока долго стоят. Сейчас они начнут уходить. Вот. Что я показываю? Ну тут прикольно, тут типа людей нет. И я пока сюда добиралась, было тоже прикольно. Но у меня немного уши болят, потому что на улице очень ветрено. Вот, да типа... Да типа можно, короче, на втором этаже быть. И потом там дальше можно пройти. Там еще что-то. Еще первый этаж есть, вроде мне сказали так. Не знаю. Вот. Я взяла, у меня все с собой. Чем займемся сейчас? Подожди. Я жду, когда женщины выйдут. Они уже тут рядом. Пипец-то никого нет. Ну ладно, давайте пройдем уже к самому началу. Ну, вообще, так-то пространство огромное. Но тут мало людей. Я даже не знаю, что потом мне говорить. Там реально, что-то я не знаю.
8 метров с кепкой. 304. Нет, это не так. Так, из серии солдат Андрея. Ё-моё. Это что такое? Это типа как... Это мело. Смотришь, брат. Стоит такой маленький, вот бы забрала бы его себе домой. Что ты тут стоишь? Куда смотришь? Нет, это не Третьяковка, нет. А ты можешь сказать название картины с морем соли? Да, сейчас. Пам-пам-пам-пам-пам.
заскринила. Все, супер. Вот такая вот у нас тут. Ну тут типа элементы прикольные. Так, тут мы уже были. Что тут у нас еще? Что? Прикольно. Кричат. Кричат. Там внизу проход, и вон там проход, и куда идти? Это нет, они никуда нет. Интересно, а что там? Можно снимать, но почему нету? Я не знаю, что внизу. Что внизу? Нет, я думаю, может пойти типа дальше, на второй этаж. Ладно, что придумаем. Работа мне понравилась, и та, и другая, и третья. Тут будет одинокая лошадь, мне понравилась по цвету. Мне кажется, мне была. Зеленая, слишком яркая. Ну, хорошо.
Какие-то вот эти чудики. Че, идем, да? А, надо найти. Там был на втором этаже. Я тебя тоже снимаю. Наступи. А это Zoom, это типа приложение такое, да? Мы через Zoom сидели.
можно присесть на подоконник. Какой мальчик. Вот есть уже один. Для кухни.
По-моему, все, тут больше ничего нет. Вроде как. Но мне понравился второй зал. И первый, вот этот слишком яркий какой-то. Но прикольно все равно тоже. Ну вот это мне тоже нравится. Только стул. Мы можем пойти на улицу поесть. Ну, типа кофе выпить. Но на улице прикольно, там тоже типа солнышко светит туда-сюда. Вот. Ну, походили. Чуть-чуть. Ладно, пойдемте. Опа. Еще вот это. Один. Мы там были. Все. Я поняла, где мы. Мы там были. Ладно, идемте дальше. Ладно, идемте вниз. Домой. Пу-пу-пу-пу.
тут не выход. Так, что-то я не пойму. Офис, ну в офис-то мы не пойдем, конечно. Привет, привет. Кто-то оставил компьютер и ушел. Пуп-пуп-пуп. Можешь? Нет, давайте я выйду и я вырублю, потому что сейчас я не хочу, чтобы шумели. Потому что я боюсь, там что-то плохое вдруг будет. Вот. Новый комп. Сейчас я выйду. Я была вот тут. Такие шкафчики. Все тут нормально. И все, выходим на улицу. Я так давно хотела покашлять. Все, вырубаем что-то. Я как культурно образованный человек скажу только одно. Ёб твою мать, красотища это какая. Ну да. Не знаю, мне больше понравилось, знаете, что там, где кровать была, и там, типа, камера, много-много камер, так прикольно было. Свежий воздух. Да. Ну, что могу сказать? Прикольно. Тут еще такие улочки прикольные. Вот. Пу-пу-пу-пу, гуляем по Москве. Нам вроде сюда. Очень надеюсь, что сеть не пропадет. Потому что тут обычно сеть не ловит. Ну, вроде ловит, не знаю. Но у меня, типа, именно карты мне не работают. Вот. Так я не курю. Московские дворики похожи на питерские. Ну да. И такие миленькие. Какой-то бар, Аляска, с морепродуктами. Вот. Сейчас покажу. Вот тут так вот. Миленько. Про
правда, ветер сильный. Вот ветра бы не было, было бы вообще зашибись. Вроде как и погода хорошая, но в то же время вот этот ветер поганый вообще все портит. Ой. Мимо моего окна прошла. Да помаши мне что-то. Мимо меня прошла. Ну, помашите, давайте. Да. Давайте. Салю, не салю, там туда-сюда. Ну, жду. Ждем. Он врет. Эх, обманщик. Ну ладно, пойдемте дальше. Блин, погода такая хорошая. Погода такая хорошая. Я буду за девочкой идти. Я тут как бы впервые, я не местная. Но у него 1000 километров. Ну, типа, да. Ну, тут прям прикольно. Тут такие булочки маленькие, будто я не знаю. Будто я и не в Москве. Вот. Алло. Московская? Да, ну я тут не везде, не местная. Я же не знаю везде, какая улица, если такое. Только девушку встретила и уже идет. Алло, кто говорит? Не знаю, там мужчина говорит. Мы сейчас пойдемте, давайте кофе попьем, что ли? А то я не знаю. Вот, я начала типа смотреть еще. Сейчас подойду, стой тут. Блин, давай я в кафешку зайду, а то тут холодно. Вон человек такой, он молодой. Ходил как-то по этой деревне. Это не деревня. Стой тут? А точно тут? Ну ладно, сейчас. Вот, в кафешку зайду. Подойдешь. Гулять пойдем. Ты меня будешь фоткать, а я буду ходить. Возле КамАЗа оранжевого. Ты только что этот КамАЗ увидел. Так, что тут у нас? Французская пекарня. Тортики. Ой, там людей полно. Crazy Daisy. Это что такое? Я там работаю, сейчас смену закончу. В КамАЗе работаешь? Там прям людей полно. Дорожный. Магнолия. Ну блин. Где-то тут должно быть что-то. Зато тут красиво. Но людей полно. А где кафешки? Сюрприз будет? Ну ладно, иду. Ой. А может, если перейти по дороге, там может тоже будет какие-нибудь кафешки? А то там, где тортики, там что-то очень много людей. Шумно? Ну, не знаю, кстати. Не могу сказать, что прям шумно. Тут где-то театр какой-то есть или еще что-то. Тортик? Я не хочу торт. Ну что, зато я узнала, что есть такое место, где проводят всякие выставки прикольные. Вот, вон он я. А где именно, брат? Я не вижу, там только бабуля стоит. Реально, там только бабуля, больше вообще никого нет. На зебре. Круто. Универ
Ермак какой-то. Чем-то. Иду. Где примерно идешь, скажи-ка? Где-то рядом? И это я уже это убегаю, знаешь? Блин, у меня дела есть. На лошади белой сзади в телефоне. Ой, круто. Какая лошадь белая. А я иду в кафе. Не в кафе, а это... Кофе, где можно выпить, алло? Ладно, мы гуляем. Я обернулась, и что? Тут бабка. Привет, Сань. Обернитесь. Там такой вкусный кофе. Хорошо. Обернись, мне не встать без твоей руки. Вас проводить? Да не. Я думаю, куда идти? Там какой-то универмаг, но в универмагах есть это. В универмаг зайти или что? Куда мне зайти? Я не знаю. Зря отказала. Да. Зря, зря. Пожалеешь? Пожалеешь? Все, жалею, сижу вот. Сигналишь мне? Сигналь. Дурашка. Да? Зачем со мной гулять? Со мной скучно гулять. Что за универмаг? Что зайти можно, нет? Или меня не впустят? Наверное, впустят. Что, не пойму. Ты бибикал? Ладно. Ведется видеонаблюдение. У меня тоже ведется видеонаблюдение. Ау, женщина, привет, адреналин. Шли за кофе, пришли в обувной. Я не знаю, а что, все что ли? Да, мы там 30 минут тусили. Вот. Я, наверное, ставлю стрим для тех, кому интересно, что там вообще прикольно есть, типа, в Москве. Там кровать с камерами. Вот. Громко говорила, да нет, не за это на самом деле. Я просто очень кашлять хотела. Сестры мы. Ну постараюсь. Нет, если прикольный стрим, то да, я оставлю. Если там ничего такого интересного нет, то зачем? Че с носом? Да я болею чуть-чуть. Я, кстати, восстановилась. Вот. Я очень рада, что у меня наконец-то все эти проблемы с универом прошли. Вот так вот. Да, поздравляю. Спасибо большое. А кофе тут нету, да? Тут мне... Женщина показывает кофе там, а там-то нет. Что ты мне показываешь? Ой, тут стульчик есть. О, тут этажи. На стульчик сяду. Я устала просто. Все. Теперь это мой стул.
кстати. Да. У меня, кстати, так и моя сумка Гесс не пришла. Вопрос, где она? Куда она пропала? Кто ее везет? Я посмотрела, типа, где она посмотреть? Она в Москве. И я такая, ну, как я тоже в Москве. У меня понятно все с тобой. Все с тобой понятно. Забрали? Забрали? Все. Иди, забери. Не. Это мой подарок тебе на 23 февраля. Ты же мне ничего не подарил. Вот, конечно... Жалко, что в том месте, куда я зашла, где французские булочки, там людей полно. Было бы там людей поменьше. Ну или хотя бы я была бы не одна. Вот. Ну ладно. Еще там, где эта выставка была, там даже не было стула, некуда сесть. Пипец. Да выпить чай. Ну не, я кофе хочу. Куда булочки-то? Ну, они где-то там есть. Ну нет, типа там, где булочки, там и кофе должно быть. Что буду? Ну нет, достаточно еще там еще есть и есть. Я даже не представляю, если бы я стояла, это вообще. Я вас, по-моему, себе должна просто вынести еще. Сейчас 7. Что? Я ростом не 1,90 м. Я не могу весить 70. Меня с мужчиной перепутал, что ли? Ой, ну ладно, мы выйдем. 55. 55 я весила, наверное, в классе 11, когда у меня много стресса. Но я постоянно ела. Надо у кого-нибудь спросить, где тут есть кафе, там не кафе. Но я не хочу идти в эти французские булочки. Я знаю, что где-то там вкусная точка есть точно, я вот даже вижу. Ну, пойдемте дальше. 40, что ли? Нет. Что? Это я какая-то прям... Я же 100 была только что. Солнышко проснулось первый день на дворе. Пу-пу-пу. Опа, та женщина. С этой женщиной я была на выставке. Там еще больше людей стало.
пипец. Там очень много людей стало. Раньше хоть типа два было свободных места, сейчас ноль. Ну ладно, пойдемте куда-нибудь. Метро я знаю где. Мы там были. Почему сегодня на работе? Понятия не имею, господи. Чего они вообще на улице делают в такое время? Среда. Неделя, будний день. Что тут? Не хочу. Мне кажется, это вполне логично. Что это? Печенье? А, лазанья. Ну, почти похоже написано. Лазанья, пицца. Где-то тут вроде еще итальянский ресторан. О май гад. О май гад. Правда, кофе. Ну, вот кофейня капец. Не кофейня, конечно, просто кофе. В стаканчике. Корейская косметика. Ну, может, дальше там что-то есть? Фоба Сити. Ну, ради пимса-то. Кофейня, ладно. Ух ты! Интересно. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. А тут надо забронировать места или можно просто прийти? А такой фигня. Смешно. Во, хочу туда. Ну, хочешь так это, вперед. Тебе там я? Че ты врешь? Че ты врешь? Я знаю, что нравится. Окно раз. Нет. Каблучками тук-тук-тук-тук. Так. Так-так-так. Ой, куда это они идут? А можно с ними пойти, интересно? Или меня не возьмут? По-моему, там шоколадница, нет? Или там? А что тут? А я не потеряюсь? Я же иду тут. О, кофе с собой, а на месте нету? Просто сесть. Женщина, я за тобой иду. Так, что у нас тут? Так, идем за этой женщиной с серой шапочкой. Она нас приведет к кофе. Подойди. Нет. Паста, баста. Ничего себе, там баста поет, да? Как смачно кушать. Женщина, не то. Подойди к женщине, скажи, теперь мы будем проводить. Нет. Космо... Космо... Фирка? Чё? Редкая косметика. Это чё? Это шоколадница? Или чё это такое вообще? Это чё такое? Вау! Это искусство? Чуть не испугнула. Опять магнолия? А тут везде магнолия, что ли? О, Мерлин Монро стоит там, ёк-макарёк. Ну вообще красивенько, да? Тётка вот стоит, мы её не потеряли. Реально, где вот стоит? Прям спереди. Центр экрана, смотри.
сумку не потеряли. Отель какой-то, ничего себе. Круто. Это что, исполнитель Дымок был? Похож на него был, кстати. Надеюсь, вы тоже заметили. Пока, Даш, пока все отпокаивайте. На сколько рублей донаты в Кришна Сиуле Сумат до слова? 20 миллиардов тысяч, цена на все одна. Так. Брянский бык. Что за бык? Там стейки какие-то дают, да? Или что? Я за 100. Я за 200. Вау! Бесплатно библиотека. Ух ты, что там такое? Какая-то кофейня, что ли? Паб какой-то везде. Посуду пьют, что ли? Что за фигня вообще? Караоке? О, там караоке! Там караоке! Можно туда пойти. Но мы пока идем прямо. Мы блуждаем. Мы исследуем. В костюме, блин, ходит не холодно, что ли? Ну, вообще понять не могу. Он купит тебя? А? Звони. Извините, я не знакомиться, можно вас помощи попросить? Я с машины сдирал на парковке с бензином. Неприятная штука, у меня карта будет сдирала, не могу машину подзаправить. Могу вас копейку отложить? Любую хотя бы. На заправку. Не знаю. Я не знаю. Без меня, брат. Ну, блин, ну как бы... Ну, я не знаю, в такие моменты, блин, меня ловят вот так вот. Я как этот наивный котенок. Куда я иду вообще? Донатим? Давай. Вот. А где я вообще? Здание синее. Проверь карманы. Он ко мне даже не притрагивался. А-у, я все равно где-то я заберу тебя в Москву. А-у-у. Как у меня в кармане-то пусто, господи, чё? Тебя любить нельзя. Да, не люби меня, меня нельзя еще любить. Сам сказал. На стекло. Так, кафе Лубянка караоке. Чё это вообще, девочки? Красиво, да? Понятия не имею. По-моему, нет. К такой девушке опасно подходить. Да, вообще не подходи. Вообще по семье. Вот меня увидишь, сразу убегай. Там кафе нет, ресторан. Опять бар? Почему везде бар? Может, хватит пить? Что-то холодно. У меня руки мерзнут. Сахар? Это маникюр? Я думала, сахар от слова кофе. А хлаще? Это женщина была. Короче, сахар нашли. Перчатки тоже нашли. Осталось найти кофе. Но что-то я пока не нахожу. Ван Гог? Я увидела Ван Гога? Сейчас покажу. Сейчас покажу.
Смотрите, Бангкок. Вы не видите, но, блин, вот, видно немножечко. Реально Бангкок. Блин, не видно через камеру. Что за фигня? Камера, все, отстаньте. Верь в себя. Вау, это что, знак? Ух ты, я иду по правильному пути. Мне кажется, там вообще кофе нет. На самом деле, мне кажется, там вообще никакого кофе там нет. Любишь Ван Гога? Ну, нет. Прям любить? Нет, наверное. Я просто знаю, что он существует. Больше я, наверное, люблю Сандро Боттичелли. Вот. Ну, Ван Гог тоже норм. Капает вот. Там кофе точно есть? Мне кажется, там кофе... Ну, типа, от слова кофе там только, ну, сахар. Салон красоты. Многоточный. Любим смешно. Там кофейня? Или это опять бар? Или это вообще рыба? Я не понимаю. Ладно, пойдемте сюда. Боттичелли, которого рождение Венеры? Да, 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 это он. Опа, зеленый. Это что, рыба? Реально рыба? Да ну нафиг. Нет. Маникюр, педикюр? А где кофе? Тут везде маникюр-педикюр делают. А кофе не делают, что ли? Екатерина? Ух ты. Вау. Покажи педикюр. Да, прямо сейчас. Вот такая вот Екатерина. В красной куртке идет. Блин, что-то ветер сильно. Алло, где кофе? Я пить хочу. Я сейчас... Ой, солнышко светит. Ой, как хорошо стало. Ну все, я теперь добрая. Блин, только сейчас ослепну немножечко. Сними носочек. Не, не буду. Папа потом покажет. Что покажу? Первое кого? Блин, там кофе есть, нет? Нет, что-то не вижу. Тут где-то шоколадница была недалеко вроде. Ну, я по картам, когда смотрела, я видела. А так я что-то как-то найти не могу. Ее распарывают. Я только Евроспар вижу. А кофе где? Я тут был. Крутяк. По твоим стопам иду, можно сказать. Так, кофе мы не нашли. Идем прямо. Где? Где пить кофе? Тут Евроспар только, и все. Ну, пипец. Я не хочу идти в этот французский какой-то уголок, чтобы что? Чтобы на очереди постоять и в толпе подождать? Или что? Такая умная, находчивая. Так понимаю, Эл. Ну ладно, Эл. Кто Эл? Лиса? Лось?
L. Кто L? Люстра? Ложка? Ой, ты что-то какие-то... Кофе где? Я устала. Что-то я вообще не понимаю. Так, машина. Срочно. Уже час ходит. Реально, я на выставке так долго не ходила. Я чисто, чтобы кофеёчек попить, хожу, блин. Туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Где я вообще? Где? Что я тут делаю? Опа! Это тоже своего рода искусство. Take two. Что тут? Шмотки? Шмотки мне не надо. Ой, зато солнышко какое. Приятное. Здрасте, нам попасть. Офигеть, где я? Что тут? Что, там много людей, не? Необщительная, я уже понял. Ну, а что, мне там с кем-то разговаривать надо? Блин, а есть где-то поближе? Ну, я не хочу пасту. Ну, почему не хочу? Может, хочу? О, тут зеркало есть. Дай мне телефончик на сумочку. Блин, тут тоже есть места. А мне интересно, сколько я дальше покупаю, что там у меня есть. Да, все. Я не хочу снимать, я это... Мне такое ощущение... Может, короче, в другое место сесть? Знаешь, да, наверное, сегодня в другое место. Не подарок, пожалуйста. Да, вот теперь учись. Не даже можно учиться. Нет. Туда не хочу. Не зря написано, здесь и теперь. Там интересно, что. Может, сбежим, пока не поздно? Почему? Может, просто все. Переживаешь, что я там, знаешь, сейчас хочу в омут с головой. Или там, не знаю, хочу его чего-то там, не знаю, потому что я думаю, может быть, это рассказывать,
отношениях не получила замужество. Может, ты думаешь, я хочу вам скорее... Мне капучино? Обычно молоко? Да, она обычно молоко. Нет, не надо. И сырники. Или сразу такое. С чем сырники? Со сметаной? С сгущенкой. Угу. Мне очень понравилось, что еще есть? Да нет. Да, можете забрать. За чайник не ходили. Господи, вот. Я еще не прикрепляю. Что успел? Вот. Я принесил, по-моему, да, мне нет. Мне интересно, мне увлечение. Мне тогда спрашивали, типа, что-то коридание даже не было. Что, даже два полкашки, ничего не было. Ну где я вам найду, блин? Да. Такие интересные. Сладкий такой. Сладкий такой. Я знаю, как когда мы приехали в класс, гости, он такой, как полезный, да? Рукой тянет. Не трогай! А потом вы его открыли вдвоем. Нет, мы его тянули, но он уже его подаем. И вот здесь посинели этого. Мы специально взяли такое, чтобы она не подается. И эта дружка его тоже принесла. Она тоже, у нее парень хотел друзьям открыть, она такая, думаю, посмотрела, и говорит, нет, мы его открыли. Так, 29.30. И представляешь, что ты когда женщина замуж, куда они подают? А то вот, я знаю, что я просто не могу позвонить тебе, что это так такое серьезное. Я даже ответила. Серьезно, я даже отвечу на мой телефон. Во-вторых, я узнала, что он так, да, будет готовить. Во-вторых, он очень хочет ну, с телефоном я идти не буду. Я придумала, что нет, зависит с кулинарными и итальянскими рецептами. Ну, вот ты понимаешь, для меня это вообще... Не вот, знаю. Блин, выставка была, конечно, прикольно, но... Камера на камеру. Камон. Мать такая, да, себя не собирает. Не свои стандартные объекты. Я скажу, что мы сейчас устроим.
Саша, сегодня же театр, да? Я с ума схожу вечно, потому что забыла. Все. Да нет, я успею, я сейчас в центре, я думаю, что я успею доехать. А что, это сегодня или это? Владивосток. Нет, я забыла. Я потом вам расскажу. Да, у тебя нормальный забровник. Да, у меня. Если так, я тебя спасибо. Чем называется? Подарок девочкам 35 пакетов. Все, выходи уже. Нормально встретилась с девочкой, сходили под на выставку, покушали вкусно, я сейчас попробую руку качусь. Слушай, Лиска наша маленькая, которая работает в саду, она в архиве научится на начать обязательно курс год. Советцу вот такая, и хибарь. Проходили, вот смотрите, выпускную работу, то а сейчас вообще, кстати, недельная. Я боюсь. Ну что? Я со следующей недели работаю удаленно. Где сейчас? Но я пока в этом в какой-то кафешке стою. Сейчас куда-либо выходите. Да, зови меня, пожалуйста. Я передвижная пока что еще, поэтому знаю. Пока что. Спасибо большое. Чувствуете себя большой мамочкой? Я хотела пересесть туда, чтобы сидеть с той стороны. Вот. Сейчас. Тут поприкольнее? Вот так. На тебе нужны, алло. Уже видно. Ну, ладно, давайте пересядем. Нет. ЧБ в сером.
Да? Как мне тут каша не доела уже? У меня есть два сырника. Вот так вот. И кофеёк. Обзор на сырники и укуп. Такие вот сырники у нас. Обедаете? Да. Попробуем кофеечек. Наверное, сахар надо давать. Сос 1500. Привет. Могли бы 3 положить. Бог любит яйца? Да они не положили. Ну ладно. Они, наверное, подумали, я маленькая. Куда мне так много? Нереально. На вид 6,5 из 10. Но я не знаю, какие они. Сейчас, погодите, я хочу подойти к кофеечку. Кофеек нормальный. Можно и без сахара. У нас ножики, вилки и ложки. Я на вид, ну, сила. Так, я потише сделаю, чтобы если вдруг что-то пошло, не так орало. Вот. Нормально. Вкусненько. Ну да, не вау. Ну нет, вообще хорошо. Серьезно, нормально. Вот, надо еще... Вообще я думала, типа, в ПТЦ сходить. Не знаю. К весне закупиться, но что-то так лень стал, не знаю. Снять вебмар, это что означает? Это, ну, я просто по приколу. Я просто по приколу сделала. Давайте вот это оставим лучше. Блин, нет. Вот это. Мне подарок маме больше всего. Ну, там, по-моему, меньше всего. Ну, хотите, сделаем так. Где мои друзья? Я могла бы с ней пойти. Но у меня нет друзей, поэтому я пошла одна. А тут ты во Владивостоке. Чуть мы напрягаем отсюда. Фрэш. Теперь чуть больше. У меня уведомлений нет, что ли? А есть.
потом за экраном женщина, ну, девушка была, только что, уже нет. Так, чем мне заняться еще сегодня, я не понимаю. Я думаю, я на выставке прям долго буду. Ну, типа, час хотя бы, а я была... Спасибо большое. Сколько миллионов? А, не видно было, что ли? Че за гифка? А у меня типа на все оповещения разные гифки. Ну там по ценам. Типа, а такое оповещение, такая музыка, такая гифка, что такое. Спасибо большое, спасибо большое. Я такую не выбирала. А там типа от цены, типа, смотря сколько закинешь. Вот. Там типа разные, разные песни, разные гифки. Но я везде все разное сделаю. Вот так вот. Вроде ты это чудо не надо. Нет, такого не было. Миллионы, говоришь? Что-то я упустила этот момент с миллионами. Вот так вот. В следующий раз. Ну, вообще, на самом деле, выставок полно везде. Но только они какие-то тоже, типа... Одно и тем. Найду себе... Ну, короче, когда-нибудь кого-нибудь себе найду, буду таскать девчулю эту или мальчулю по выставкам, чтобы меня фоткали. Чтобы мне было не так грустно. Прыгни выше головы. Там проблема в другом. Меня потом все засмеют. Ну, не засмеют, как. Или ты про кого? Я про девочку. Ты еще не понимаешь, что надо делать дальше, чтобы... Так, а... Марина? Какая Марина? Чего? Если хочешь движа драйва, так иди к движа драйва, что ты... У меня движа драйва никогда не было, и ты его ждешь, что ли? Ты чё? Я Марина. У меня даже этого движа драйва никогда не было. Здоровая выставка, где ещё сплавлять можно? Да, не знаю, вряд ли. Думаю, что нет. А чё? Вокафест какой-нибудь? Ну, наверное. Кстати, можно было бы сходить на Вокафест и там, типа, познакомиться с какими-нибудь людьми. Но я не знакомлюсь, поэтому ходила в Большой театр, ну, раньше, один раз было так. И всё, больше я там не была. Снова по своей воле, это там... Какой 10 по-моему, я вообще не понимаю, о чем. Чуть не упал. Дурачок. Тебе придут знакомиться? Нет, никто ко мне не знакомится. Восемь месяцев.
Спасибо за это. Не работает? Кофе нормальный, даже без сахара очень вкусно. Наверное, потому что я ем с сгущенкой в сырнике. Не, Сань, ты даже не подписан на меня, получается. Восемь месяцев, 3 недели. Скоро рожать будешь. Скоро роды будут. Это какие-то рулеты или что? Что где? Ничего не было. Ничего не делала. Сидела. Что ты? Как друзей и друзей девочек найти? Понятия не имею. Я тоже сижу. Не могу найти. Это то, что ты пишешь?
как вы указали. Донцов, что ты орешь? Я сейчас в кафешке сижу. Типа Эдвард из «Сумерек». Да нет, никто не зовет. Только в стиле, только там. Вперед, гуляй. Местная лавка – это где? Я не понимаю. Все равно училка, если снова бы, ну, так я, может, и не хочу быть. Хочется, да ничего не видно, что нет. Ну, на улице погода зато хорошая. Да, вот этот ветер, вот этот ветер. Вот ветра бы не было, вообще было бы классно. Училка, если что. Я твой учитель, ты моя ученица. Нормально. Нормально пошло. Может, мне надо взять зарядку? Что-то я не понимаю. Не вижу. А то у меня зарядку не берет мой телефон, представляете? Что за фигня? Серьезно, не берет зарядку телефон? А, нет, все. Берет. Вообще можно было бы и из дома сделать, да, сделать. Но мы не сидим дома, потому что на улице солнечная погода хорошая. Скоро будет хорошая погода, перестанет дуть сильный ветер, и можно будет в пальто выходить. Болеть, что ли? Ну? Чуть-чуть. Завтра четверг, мы по четвергам, ну типа в четверг мы в этот четверг не учимся. Вот. Сегодня только одна пара была. Ну все.
Да нет, не надо. Принесет ли она? Я очень разговорчивая. Твоя мама скоро дыра? А что? А, нет, это вообще был подарок, типа, там сначала, типа, ну, короче, вот это у меня уже давно стоит, так что, типа, там только до Нового года, наверное, соберем куда-нибудь. Вот. Поняла. Ну, там до дня рождения там не соберется. Надеюсь, вернется. Женщина. Вот вопрос. Поездка? Да нет. Я пока не настолько богатая, чтобы ехать куда-то. А она придет, нет? Она к женщине подходила. Мне, походу, самой придется идти. Не сразу. Это разводка. Ну, в Пятигорск я поеду, надеюсь. Ну, надеюсь, соберу когда-нибудь. Вот, я поеду. Потому что там типа горы, все такое. Не знаю, просто. Там просто красивые картинки я увидела. Вот. Почему не вас? Ну, ты тоже как бы сравнил. Алло. Слушай, название таких городов у меня сразу всплывает завод. Да, я еду на завод. Женщина пришла с чеком, чтобы я просто оплатила и ушла. Но я боюсь сама идти туда. Позови. Она только что тут была. Я боюсь. Идете? Блин, он от руки ушел. Ну, у других-то. Нет.
Попробуй что-то разбить с ней. Красиво, спасибо большое. Блин, почему она не могла сразу принести, посчитать меня еще, чтобы я ушла? Я бы на твоем месте ушла. Она реально, она все забрала и просто ушла. Иди к ним. Куда к ним? Тут пусто. Там никого нет уже. Оплати все. Куда идти? Можно для меня? Донат не работает. Все работает. Просто, может, задержка, может, приходит. Вот. Задержка для того, чтобы там, типа, хейта много не было. Поэтому задержка. Вот. Так, если бы хейта вообще не было, вот задержки не было бы. Но... Так вот. Го 5 приседаний в кафе, и с меня 2000. А вдруг это какой-то обман? Мне кажется, меня обманывают. Что, го, меня обманывают, вы угораете? Ничего не будет. Он просто скажет, а потом потеряется все. Что делаешь? В смысле, на экране нет ничего? Так, видно? А, уже не видно будет. Нет, я боюсь. Ну, угорайте, что ли? Какое приседать хочу? В кафешке. Тут люди, блин. Мне кажется, меня обманывают просто все. Просто нагло обманывают. Ладно, если бы на улице где-нибудь. В кафешке. Что это такое? Тут это... Камера везде. Нет. Я стесняюсь, нет, я не могу. Я даже не могу позвать счет принести. Вы угораете, какие еще приседания? Да нет ничего так. Ну я боюсь. А если я буду рядом с стулом? Если рядом тут буду вот так. Это будет работать? Ну, если просто буду на стул садиться 5 раз. Так. Уже 500 есть. Ну, я боюсь. Пиздец, блядь. Этот позор просто останется наверху. Нет, сюда люди поднимаются, я не могу. Не могу. Я стесняюсь.
Блин, ко мне женщина подходит. Просто какой-то парень. Вас можете меня посчитать, да? По карте? Да, по карте. Считайте, один присед есть. Блин, она идет, я не могу. Зачем все большое? Да. Даю 3000 и можешь не приседать. Хорошо, спасибо, хорошо. Хорошего вам дня. Спасибо большое. Что там было? Можно, пожалуйста, по новой прокрутить? Что там было, я не видела. Я даже чаевые ничего оставить не могу. Чтобы оставить чаевые, отсканируйте QR-код. И можешь не приседать. Что? Я за 1000 смену на заводе и ваше это присесть за него. Так я стесняюсь, блин. Я как стану, сразу, блин, подходит ко мне. Он скинул 3. Реально? Но я начала оплачивать. Офигеть. Спасибо большое. Спасибо большое. Ну нет, тут, конечно, красиво. Можно было бы поприседать, но... Я жду. Чем быстрее сделаешь, тем будет круче бонус. Не считается. У нас осталось 4, получается, да? Ну нет. Я супер стеснительная, алло. Фу, это жесть. Никого нет. Никого нет. Никого нет. Быстро просто. Нет, я не могу. Я начинаю приседать, там сразу человек подходит какой-то. Да. Там повар, блин, вышел. Там повар дверь открыл и вышел оттуда. Мне лучше сидеть. Приседать я не буду, нет. У тебя один раз нет. Ну я стесняюсь его. Все, ну какой-то... Ну я просто стесняюсь. Ну, блин. Один есть. Вообще-то уже два. И кто бы подумал, что я буду таким заниматься сейчас. Просто кринж. При этом Алсу мне пишет, давай. Ну да, я ничего такого не делала, но мне все равно неловко. Потому что там люди. Потом всем поварам расскажут о твоем позоре, будут все тебя знать. Да. Хе-хе-хе.
вот так только. Три. Я нашла себе укропное место. Рядом со стулом. Никто не заметит. Ну все, три раза. Повернешься жопкой плюс 2000 сверху помимо 2000. Алсу, не пытайся меня как-то еще. Нет. Ну это уже слишком, да. Ладно, если бы так. Блин, там. Фух. Никто не вышел. Но это уже слишком. Он вообще, да мне не надо. Я лучше на заводе поработаю. Я знала. А вы говорили? Говорили? Да нет, просто, ну, типа, не прикольно так делать. Типа, ладно, если просто сидит там, типа, я вас именно. Да. Ладно, шучу, не только ты. Да, господи, да никто не виноват, господи, ну что вы, никто не виноват вообще, ребят. Раскрыл свои истинные намерения. Мне интересно, а тут... Ку, чё сидишь тут? Милый донат, он имеет такой. Спасибо большое, Данил. Сижу в кафешке, села два сырника, походила по выставке. Все. Пиши буковками полностью. Полностью буковками пиши. Ты что, писать не умеешь, что ли? У тебя что? Сверху. Жопа не будет. Мы же уже сказали, что нет, такое не надо. Такое не надо, нет. Такое не надо. Спасибо, конечно, но такого я делать не буду. Нет. Что делает? Я сделаю. Ну ты-то там, конечно, вообще раскрепостишься. Но без меня. Я таким не занимаюсь. Блин, а как? Ты так себе годовую стипендию за стримы берешь. Я не буду таким заниматься. Спасибо за фоллоу. Я не буду таким заниматься. Я не для этого вообще тут. Я походила, погуляла. И все, блин, так почему бы ты не займешься этим? Так, у меня зарядки мало осталось. Сейчас надо. Десять тысяч сверху и боком. И боком? И так, и боком, и задом, и передом, и еще чем. Еще как.
На все на 360 может еще там мне прыжки делать. Не. Ладно, пойдемте за этим. За перезарядом. Только непонятно, где он. Так, по-моему, тут нету. Кашляет? Да. По-моему, там нет. Блин. Ну ладно, нету и нету. Бери заряда, там нет. Я просто ушла, быстро. Ну вроде же был, или я не тот заметила. Что-то я понять могла. А то я так вышла, да? Ну ладно, хоть оплатила, вышла. А не просто взяла и вышла. А то там на меня забыли. Я бы так и ушла бы, и все. А тут дискотека. Там людей много. Туда не пойдем. Я не пойду туда, где много людей. No. Мужик, предоплату скидывай. Какой мужик? По этим улочкам хожу. Да. Магазин посуды из подарков? Где я? О, я знаю, где. Столовая. Какие-то всякие... Блин. Солнышко светит. Я знаю, где ты. Я тоже знаю, где я. Дашеньке найти дорогу. Да я знаю, где я. Господи, чего? Я не потерялась. Но я знаю, где. Какие там песни. А тут какой-то... Тебе до Китая город далеко? А я понятия не имею. Если я буду идти, я даже не знаю, в какую сторону, какое направление мне идти. Потому что я буду идти, например, прямо-прямо-прямо, а я вообще в другое прямо иду. И не в то прямо, которое прямо мне нужно. Пойду тебя искать. Ну, давай. Я тебе помогу. Ну, ладно. Как? Я не знаю, как на девочку отправить. Я прям, я не знаю, где. Высшая школа экономики, вот я тут. Я рядом с высшей школой экономики. Я тут учусь. Ладно, нет, я тут не учусь. Я так хожу, гуляю. Так, пойдемте туда, где солнышко светит. Там красиво должно быть.
Все, мы бежали. Вау! Написано же «Школа для высоких». Ну да, высоких люблю. А что не любить-то? Особенно какой-нибудь 1.95 с лишним, так вообще, конечно, я там все. Я-то меня уже нет. А кальянная какая-то. Кто кальянку хотел? Вот кальянка рядом с уником. Нормально. У нас хотя бы не так рядом. Тут даже 10 метров нет между ними. 1.94? Да нет, зачем мне такое? Студия красоты фреза. Фреза это ногтевом этот. Без который делает. Какой-то бар. Ну все. Сырники поели, можно и в бар. 1.70 стоп. Ну, куда топ-то, господи? Куда мне такой? Что мне с ним делать? В садик ходить? Горилла by Buster Rolls, суши. Старик Хинкалич. Рамен. Еще какое-то место. Так я 1.68 м. Вы для меня эти великанчики. Неистовый свет, мой повелитель, твоя колыбель, твоя обитель. Не знаете, что интересно? Почему у меня иногда донаты видны, иногда не видны? Вот что мне интересно. Насчет второго не знаю, насчет первого тоже не знаю. Со сценами что-то намутило. Не знаю. Мне кажется, ну, хоть, ну, наверное. Где я вообще? Куда я иду? Что ты знаешь? Я знаю, что тут ветрено. Вектор. Где называется Вектор? Ладно, что за Вектор? Это кафешки. Ой, все. Пойду обратно. Или куда? Я правильно иду вообще? Куда я иду? Я знаю, где метро, но я не знаю, где я. Книга, музыка, перспектива. Что за перспектива? Ой, что за скейтеры? Место, кофейня. Блин, а где я до этого ходила? Почему я ни одной кофейни не видела? Нам туда надо. Смотрите какой. Ну да, я люблю кошачьи. Думаю, по мне видно. Блин, я когда приезжаю в центр, я чувствую себя таким, я не знаю,
Как будто я... Как будто вот есть вот высокие, да? И я. Ладно, пойдемте туда, в бэйба-бэйба. Я как будто, я не знаю, как будто и не в Москве хожу. Вот, сейчас покажу. Вот это похоже на Москву разве? Вот это по-вашему похоже на Москву? Я как будто не знаю где. В каком-то городе. В Риме, что ли? Нет, вообще я бы хотела в Риме оказаться. Вот. Но я думала, чел стоит, это манекен. Привет, лоботряс. Музыкальный. А это капает. Кто-то писает. Ладно, идемте. Вход с питомцами разрешен. О, блин, чуть не капало бы. Конечно, было бы лучше. Детективы, еда, напитки. Кто пикнул? Не знаю на самом деле кто. Так, что кому взять? Что-то есть прикольное. Возьму вот этот блокнотик и буду записывать всех людей, которые... Короче, топ-донатеров буду записывать туда. Поименно. Инстакс. Ёлку-карек. Блин, прикольно, да, выглядит? Можно картинки сделать со своими друзьями, если они у вас есть. Если. Что там наверху, посмотрим. Сестре хотела подарить. Место к стене. Смотри, что я нашла. Библиоглобус, я не знаю, где это, не библиоглобус, это, ну, что-то музыка, пластинки, тося-вася. Ва, какой он огромный. Жесть. Ой, я пластинку хочу. Вот это мне. Вот это мне на, знаете, какой праздник? На 1 апреля жду. И пластинки тут можно взять. Блин, Ланы Дерре тут нет, конечно. А может и есть. Детский отдел зашла. Я, ну, музыка. Я нашла. Господи. Интересно, сколько это чудо стоит? Понятно. 6000. Но зато. Господи. Все. Вот пластинку Лана Дерре
Или там, не знаю, что-нибудь такое. Зажила бы. Вот жизнь, конечно. За пылесборник 6К. Ну, сам ты пылесборник, блин. Зачем ты так не говоришь? За мной наблюдает. О, зеленая. Берешь, включаешь самое качество звука и песню вот тебе тоже. Да. Офигеть. Офигеть, где я? Ну, Суприм, конечно, что? У меня сеть пропала? Типа умная? Ну, типа. О, привет, я. Мы были в каком-то музее. Пушек. Все, появилась сеть, нет? Придется выйти. У меня пишет, что нет. Хорошо. Я была в республике. Все ок, а я уже вышла. Но зато я знаю, где есть пластинка с Ланы Дерей. Я, конечно, эти пластинки вообще слушать не буду. Как дела? Нормально. Вот хожу. Можно сказать, рядом с твоим вузом. Блуждаю одна. Надо найти... Бери заряд. Почти угадал. Ну да, почти угадал. Ну, мы знаем, что почти не считается. Блин, надо было посмотреть, где примерно находится перезаряд. Ну, ладно. Пока ходим. Ну там была Лана Дер.
Ой. Ребят, делайте, что хотите, но я люблю ее. Я люблю ее. Что хотите, то делать, но я ее люблю. А где перезарядить дать мне, а? Метро с парой еду так, что могу что-то не слышать. Ну ладно. Хотела бы на концерт, конечно. Сейчас, подождите секунду, я посмотрю, где примерно перезаряд есть, чтобы я могла пойти в это заведение и забрать. Окей? Ладно, короче, не дождусь от моду туда-сюда. Вот. Я просто сам планировал. Да, сейчас слепну, я даже не вижу, куда я иду. А ведь мне цветочки так и никто не подарил. Да, я вот только с витрины могу и смотреть на них. И все. Пока-пока, цветочки. Ну ладно, пофиг чё. Пофиг чё. Сама купила. Кофе недорогое, да. Что-то я не понимаю. А где перезаряд должен был быть тут? Вроде тут. У тебя штаны широкие хотя бы? Да. А как тебе подойти, если ты от мужика убил? Ну я это... Куда я зашла-то вообще? Кальянная? Мне в кальянную не надо. Блин. Чуть колено не зашло. Я хочу зарядник. Найти где-нибудь. Пу-пу-пу. Смотрите, какая милая. Да? Ой. Ты оттуда не выйдешь? Да нет, почему не выйду? Кто меня там держать будет? Кому я там нужна? Че пикаешь? Ну ладно, пойду. Мне просто так же пикаешь ты. Тут. Ой, что-то я опять в этом вузе что-то делаю. Ух ты! Могли бы уже забрать меня вообще-то. Уже два раза мимо вас прохожу, никак намека не поймете. Трэш. Вот реально, как с мальчиками. Вот мальчик красиво сидит, проходишь мимо него, а он не замечает тебя. Он вообще вот, ну вот так сидит. Ну что ж ты, господи, я мимо тебя и так, и это пройду, а ты так и не смотришь на меня. И все. Вот так вот я и остаюсь одинокой старухой. Моя личная история только что рассказала. Ой, спасибо за фоллоу, только что было тут. Я одним глазом ползрачка увидела ник. Ну, чуть-чуть увидела, прочитать не смогла. Я чуть вот так посмотрела только. Вот. Я увидела, что кто-то... Ой, господи. Вот. Я увидела, что кто-то зафоллился сразу. Мне кажется, иногда я как бабка хожу, блин, что-то разговариваю с ним. Потому что он не пойдет. Ну-ка. Еще одна трансляция. 8 или 9? Я не вижу. Ха, я вспомнила анекдот, вижу. О, мне надо одну штуку проделать, блин. Было F, трансляция та же. Мне надо одну штуку сделать. Мне надо найти кого-нибудь, чтобы с ним сделать одну штуку. Один анекдот, так сказать.
один анекдот нашла на просторах интернета. Я хочу его проделать. Но чтобы его проделать, мне надо найти кого-то. Но я боюсь кого, поэтому никого, короче. Вот так. Меня? Да мне надо, чтобы вот тут стоял чел. А его нет. Вот. Я сейчас вообще все ослепну. Иду? Да не, сиди. Где я вообще? Ну, тут скамеечка свободна. Сяду. Холодно, конечно, немножечко. Ну, ладно, потерпим. А, все, нашла, не трогай. Зато погода хорошая. Я ничего не вижу. Скоро снег растает. Вот. Ну ладно, пойдемте. Куда идти? А, я знаю где. Все, я нашла саму себя. Такое солнышко красивое. Ставлю вас сюда. Ой. Ну что, зато я побывала в новом районе в Москве. А я типа по Москве мало гуляю. Вот. В новом месте оказалось. Меня сейчас слышно, нет? Алло. Алло, 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 алло. Спасибо за фоллоу. Слышно? Москва красиво? Да, нормально. Нормально. Ой, за мной, походу. Со мной. Ладно, не буду петь эту песню. Поганая песня, конечно. Со мной тут ту-ду-ду-ду-ду. Это здание какое-то, что ли? 21, просто. А, хорошо. Вот туда, на лавочку. Своих штанишках уж идет. Стоять в здании под... Я не знаю, что не так с этим зданием. Ой, девочки сейчас фоткаться будут, походу. Что случилось? Да, этот мужчина в баланевых штанишках подошел, говорит, типа, идите. Ну, я и ушла, вот. А со мной спорить долго не надо. Мне один раз сказали, я сразу ушла. Надо было, наверное, с ним этот анекдот проделать. Давай, делай. Где чат? Это знак? Нет, просто я сказала. Нет, я просто сказала, типа, надо было с ним проделать, и женщина такая, давай делай. Непростая женщина. Анекдот ни с кем не проделаю, ладно. Вы главное. Не забудьте мне напомнить, если вдруг ко мне кто-то подойдет, ну, не знаю, вдруг кто-то подойдет там и спросит, типа, ну, там, денег у меня попросит или еще что-то, спросит, где мы находимся сейчас. Скажите, проделай с ним этот анекдот. Все.
Я сделаю. Вот так вот. А что за здание-то? Почему рядом с ним стоять нельзя? Такие моменты чат не читаешь, мы не можем тебе сказать. Ну, блин, я просто... Я слепая, не вижу. А? Орут. Ну ладно, я вот тут уже почти 5 часов вечера. Наверное, думаю пойти домой. Что мы сделали? Нашли пластинку Lana Del Rey. Поели. И сходили на выставку. Вот. Что будем делать в четверг? Вопрос. Что будем делать в четверг? Со мной... Ты представил в моей голове. Ты держишь мое тело в объятиях. И ты трясешься, извиняешься. Прости, пожалуйста, это случайно. И ты плачешь, и плачешь. Плачешь и плачешь, ты обнимаешь меня еще крепче, и ты теряешься, и ты оправдываешься. Прости, пожалуйста, это случайно. И ты плачешь и плачешь, плачешь и плачешь. Я бы простила тебя, но я... Ну ладно, хоть сказали, что за здание, а то я-то думала, просто так, блин. Да какой писем, что? Это моя песня, я придумала. Это не трек Ланы. Лана Дель Рей по-русски не поет. Ладно, завтра, короче, придумаем, что будем делать, возможно. Короче, я вообще... Ой, я сегодня такой фильм решила посмотреть. Вообще офигеть, девочки. Ой, такой фильм, пипец. А я люблю просто такие фильмы, типа, знаете, тяжелые прям. Я там смотрела «Лилия навсегда», там, ну, вот подобные фильмы, понимаете? Типа, ну, тяжелые такие вот. «Огонь» — не. No. Фильм, возможно, топчик, но не могу сказать, что «Огонь». Не знаю, я еще не смотрела, я знаю, это снято по произведению, не скажу какому. Не скажу какому. Не скажу название фильма. Вот посмотрю, вам завтра вот обзор сделаю. Обзор, ну, расскажу, типа, как мне, что там, то все, мосё. Вот, либо в ТГшку напишу. Либо в ТГшке напишу. Чё это вообще, где я? Это чё за район? Ну, ладно. Вот. Я еще посмотрела, кстати, сериал этот «Смешанный лицей». Такой вот сериал. Так себе. Непонятно. И вообще, итог вообще каков? Малолетки сбежали и живут счастливо. Они не могут жить счастливо. Они даже границу не могут перейти. Какая жить счастливо? Просто бред. Просто бред. Но там были два мальчика красивеньких. Один, конечно... хулиган плохой. Не совсем красивый, но в моем вкусе. Второй, самый лучший на свете человек, которого я просто обожаю. Перфект. Жалко, такого нет в реале. Ну ладно, пофиг. Переживем. Вот, кинокритик. Ну, понравились костюмы у них еще, были такие прикольные. Вот. Понравилась девчонка, которая была похожа на Мерлин Монро. И она вся такая эгоистка. Вот.
Ну, как бы я понимаю, типа, она же не эгоистка, она просто необщительная. Но в то же время все думают, что она плохая. Ну, блин, ну, такое бывает, когда делаешь фокус на себе, а не на других. Вот, там еще были девчонки тоже прикольные. Но там только три девочки на самом деле было. Там сюжетные линии, там типа священник по совместительству завуч. Вот. И его жена, потом его жена и ее подруга. Потом было ли... подруга-брат. Потом была типа дочь и какой-то пацан. Вот. Вот так вот. Вот такие вот линии были. Ой, блин, как красиво. Солнышко светит, вообще красота. Вообще красота. Ну ладно. Пойду я домой. Ну да, пойду домой. Ты очень милая, спасибо большое. А я уже заканчиваю. Я почти 4 часа тут гуляла по Москве, по ходу этому поганому, блин. У жены священника какая сумочка? Не понимаю, не знаю. Вот. И что? А, вот. Завтра тоже я, наверное, сделаю трансляцию, потому что мои бзики с головой прошли с... Ну, типа, не бзики, а... Ну, я просто очень много тревожилась из-за того, что было ничего непонятно с вузом, вот. Из-за этого я очень сильно тревожилась. А сейчас моя тревога, можно сказать, что прошла уже, и все хорошо. Мне просто нужно будет сделать задание, много штук, и все. Когда аук на футболку уже, ты хочешь футболку? Ну, я просто не знала, делать аук или нет. Потому что там, типа, мало кто хотел. Ну, кто? Саня писала, типа, дай мне, и все. Не знаю. Я думала, себе уже оставлю. Просто проверяю, насколько ты внимательный деталь. Рик хотел. Рикардо? Рикардо уже ничего не хочет. Он уже все. Он ушел от нас. Все. Он не с нами. Он ушел. Ну ладно, короче. Пойду домой. Заканчиваю свое телевидение радиовещание. Вот. И все. Всем пока-пока. Пока-пока-пока-пока-пока. Все в шоке сидит. Пока, мужики. В очках немного меньше люблю. Окей. Все, всем пока-пока-пока-пока.